Вот, с вами Aston Forever, как обычно. Что я могу сегодня сказать про день? Восстанавливаюсь после заливной сессии. Немножко, конечно, тяжело. 5 боинов терять было. Ну, слава богу, остался на лимите НЛ5. Не спустился на НЛ2. Хотя, честно говоря, сегодня зашел, когда начал опять заливать, терять внимание и концентрацию, спустился на NL2. И, честно говоря, многие говорят, что разницы между NL5 и NL2 нет. Неправда. Есть разница. Есть разница, и причем очень-очень большая разница. Даже на зуме, особенно за регулярными столами. Разница есть, и она существенная. Поэтому не слушайте, кто говорит, что NL2 и NL5 для новичков особенно, эта разница очень и очень существенная. Я сам сейчас прочувствовал то, как я играю на NL5, и то, как я сегодня попробовал вспомнить, так сказать, NL2, это разные вещи, абсолютно разные вещи. Сегодня следовал полностью всем правилам, которая прописала, вернее, не правилам, а своему распорядку дня. И, в принципе, нормально. Все сделал, все домашние задания, сессию откатал. Что еще? Да, собственно, и все. Единственное, что в сессию я не выдерживаю 1,5 часа. Буду делать сессии по часу. Потому как спустя час у меня начинает теряться внимание. Сегодня отыграл я, собственно, плюс приблизительно 8 долларов, но 5 долларов я просто залил, ну, я не знаю, как это называется, залил или еще как-то, но суть в чем, что я их просто куда-то дел, и я даже не понял, куда я их дел. Потом посмотрел, я просто их фолдил, фолдил, колы какие-то непонятные. И это, судя по всему, это потеря внимания. То есть сессия 1,5 часа для меня это много. Поэтому, скорее всего, буду теперь сессии устраивать по часу и 20 минут перерывчик. Вот. Ну, а на этом все. Всем спокойной ночи, наверное, или доброе утро, если кто-то утром смотрит. Я так думаю, видео утром выйдет, поэтому доброе утро всем. И пока.